И всем привет, ребята, с вами я, Руслан Стар, и это мое видео по Монтер де Пот. Ребята, вот, значит, такая замечательная погодка. Я сейчас еду на автобазу, чтобы загнать мой Запорожец. Ребята, я устроился на работу перегон автобусов. Просто там платят, наверное, очень хорошие деньги, 19 тысяч где-то. Я сегодня буду перегонять пазик. Не знаю, правда, в какое место, мне сейчас скажут, но... Ребят, мне заплатят целых 19 тысяч рублей, а это очень-очень-очень-очень-очень много. Так, все, ребята, сейчас... Так, припаркуемся и идем к этому месту, где будет перегон автобуса. Так, вроде вот это вот место. Кстати, что-то стало... Ну, какая-то пасмурная погода. А, так вот и пазик. О, он детский. Ну, конечно, тут не написано надпись «дети», но, может быть, он для такого, для села, может. Так, сейчас пойду договариваться, куда мне его надо везти. Так, ребят, сказали, что рейс у меня в Лаптары. Так что, ребят, вот ключики, так давайте сейчас садимся. О, это ПАЗ 3205, кстати... Очень такой хороший салончик, мягкие сиденья, отлично. Так, ребят, давайте включаем свет, заводим. Так. Так, подождите. Все, едем. Ребят, сказали, что ехать надо в Лаптары, так что, думаю, очень у меня будет хороший рейс. Так, вот такой вот нам выдали красивый автобус. Куда ты прешь? Совсем, что ли, чокнутый? А то мне из зарплаты вычтут. Так, все, ребята, едем. Смотрите, какой там прям чистый, помытый. Перегон, можно сказать. Так. Опа. Нормально. О, тормоза у него, кстати, тоже очень даже неплохие. Очень даже хорошие. Так. Блин, да когда уже будет зеленый-то, я не пойму. Так, ребят, мне кажется, что уже скоро дождь пойдет. Да мне, наверное, просто кажется. Так. Хотя, может, и не кажется. О, все, ну, ребят, наконец зеленый. Блин, что ты там тупишь, стоишь? Алло. Ой, сейчас будет авария. Так. Все, ребята, едем. Пазик, в принципе, такой быстроватый, но не совсем. Ну, я его еще максималку не проверял. Сейчас мы разгоним и посмотрим. Так. Ехать нам целых 150 километров, ребят. Это очень много, наверное. Да. Не, ну по игре нам всего там 13, а... Не, по игре 150, а по самой игре вот 13 километров. Так. О, ребята, он довольно быстрый. Я ошибся, что он медленный. О, уже целых... 80 км едем. Ребят, это много. У-ху! Ребят, в принципе, в Лаптарах я был, так что я знаю, что это за город. Я еще на нем на Запорожце ездил. Так. Во, ребят, кстати, жалко, что из игры убрали вот ЛАЗ, там был автобус. Жалко, что сейчас его нету в трафике. Так, во, ребят, тут самый железнодорожный мост легендарный. Так. О, все нормально. Почти сейчас 90 разогнали, ребят. Это очень круто. Сейчас как раз горочки. О, нормально. Вы, наверное, видите, что это 3205, потому что в 3201 или 54 там задняя дверь есть целая. Там просто она такая маленькая, в 3205, да. Так. Вот, значит, такая у нас пасмурная погодка. Кстати, что-то снег то он падает, то он растает. Да. Что-то уже давно не было роликов по Мотор Депот, так что я решил заснять ролик. Наверное, завтра будет ролик по Модауту. Ребят, он пипец быстрый, ребят. Мне он даже самому очень сильно нравится. Блин, давайте сейчас вот эту колонию здоровую обгоним. Так. Так, опа. Отлично.
Надеюсь, это вся колония повернет. Нет, она именно едет. Так. Блин, даже не дали обогнать. Что-то они прям вообще этими колониями собираются, не знаю. Чё, почему нельзя объехать? Почему они там такие несообразительные, я не знаю. Опа. Ребят, надеюсь, что это видео вы посмотрите, потому что я очень сильно стараюсь над этим роликом. Да. Вот, Падик, смотрите, какой красивый. Помытый весь такой. Сочненький прям вообще. Кайф. Ну, почему-то его в Лаптарь забирают, а не в какую-то деревню. Просто в деревне так сильно нету там таких с надписью «Дети» Падиков. Там просто обычные. Ребят, кстати, я забыла, я сегодня видел удлиненный пас «Дети», поэтому я решил заснять этот ролик. Еще я подписан там на одного челика, можете у меня в каналах рекомендуемых посмотреть. Там я подписан на одного челика, он там тоже типа перегоном автобусов занимается, но у него там почти 20 тысяч. Так. Ребят, я вообще обожаю автобусы, так что... Ой... Я планирую сейчас вот отдам кредит за этот, ну, за автобазу. Ребят, мне осталось выплачивать кредит совсем немного, еще целых 50 тысяч мне не хватает, чтобы его оплатить. Но думаю, что скоро все будет нормально, и как я уже потом накоплю денег и восстановлю Волгу. Ну, конечно, это не точно, может быть, конечно, я ее... точно восстановлю, но не точно, что она у меня прям будет. Я думаю, что я ее продам за хорошую сумму. Так. Ну, ГАЗ-2410 сейчас не везде увидишь. Потому что это очень-очень-очень редкая машина. По моему мнению, я не знаю. Вот. Так, ребят, может, километров 50 проехали? По игре, конечно. Так. Давайте сейчас опять эту колонию здоровую обгоним. Так, ну дайте мне хотя бы обогнать вас. Прёте, блин. Ой-ой-ой-ой, блин! Чуть меня вообще не врезались. Был просто миллиметраж. Так, главное, чтобы вообще на этом пазике ни одной царапинки не было, а то меня сразу уволят, ребят. Ну, я не знаю, может быть, я один рейсик скатаю, и потом с этой работы уволюсь. А может быть, и вторая серия будет по мотор-депо там. Я тоже буду перегонять автобус. Ну, конечно, это не точно. Ну что, я же еще одну работку себе подыскала, только я вам не скажу. Ну, в принципе, я сам не знаю, но это не важно. Так. Во, ребят. Мне кажется, что уже темнеет. Опа, что-то сейчас быстро начало темнеть. Фух, ребят, капец. Так-с. Блин, что такое трафик вообще, поток большой? Я не знаю, опа. Давайте там прямо сейчас так прижмемся, так. Да блин, да чего вы так прям медленно прете? Можно же ехать больше. Вы, наверное, 60 или даже меньше. Ой, блин, я подумал, что это колонна, а это, оказывается, одна газелька. Ой. Ну, ты тоже, в принципе, медленно едешь, побыстрее. Нормально, ребят, вы спросите сейчас, где мой газончик, а он находится на автобазе, просто я его там перегнал в другое место. Кстати, я хочу купить себе гараж, туда поставить Запорожец, а газон пусть у меня будет всегда на автобазе стоять, да. Ребята, я проглядел, в какую мы сейчас деревню уехали. Ну, наверное, опять в какое-то там село или деревню. Не знаю. О, видео уже 9 минут длится. Так, сейчас посмотрим, кстати, где мы. О, мы сейчас в Озерцове. Нормально. Так, есть. Опа. Ребят, тут я вот водитель, конечно, мне... Я всего 2 года вожу. Но у меня уже есть там целая автобаза.
которые у меня, наверное, отнимут. Отнимут ли, если я еще 50 тысяч не заплачу? Так. Ну, а может быть, она у меня просто и будет. Так. Тормози. Ребят, тормоза у него вообще обалденные на пазике. Ой. Я не ожидал, что он будет настолько крутой. Хотя в 97-м, я уже, естественно, не помню. Ну, в 98-м, по-моему, да. Календарика у меня с собой нету, правда, к сожалению, огромным. Так. Нормально. Кстати, ребят, скоро уже через 2 года будет 2000-й год, ура! Ой-ой-ой. Уи! Ой. Мы... Ой, а что это? Такое, мне просто показалось. Ребят, просто я вообще не выспался по игре. Я вообще не выспался. Сейчас вот время только где-то часов 11:18. Да, 11:18. А я проснулся в 4 часа утра. Это мой типа график. Это как там по-вашему график, да. Ребят, сейчас будет трасса, так что мы, в принципе, будем ехать. Нормас, нормас. Опа. Так, ребят, тормози, тормози. Давай так сейчас прямо резко. Опа! Нормально. Ой, что-то я хочу спать. Ой, 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 ой. Ребята, да вроде я не задел сильно. Ребята, я так испугался, чуть-чуть заснул немножко. Капец. Так, ну все, продолжаем ехать. Ой, что-то у меня опять... Глаза закрываются, капец. А, ой-ой-ой, капец, капец. Ребят, что-то мне кажется, мне пора отдохнуть немножко, так. Так. Мы сейчас из Серпова в Лаптары. Опа, ребят, давай сейчас выезжаем. Фух, капец. Ребят, я так испугался, это просто жесть. Ребят, мне срочно надо отдохнуть. Так, все, опа. Давай сейчас возле этого сейчас остановимся, заглушим. Давайте, ребята, я сейчас немножко посплю и включу запись. Ребята, я поспал 2:15. Пора мне уже и покататься. Так, нам осталось ехать 100 километров. Да, даже меньше немножко, 97. Так, все, я чувствую себя бодро и готов это ехать дальше. Так, все, отлично. Ребят, если вы слышите какие-то звуки, то это просто там телевизор работает. Это мой папа там смотрит. Так, ребят. Дворнички вот у нас работают. Ой, ребят, зачем я свет выключил? Опа. Просто кнопочки тут рядом находятся. Так. Ребят, но я вот покатался на пазике и скажу вам, пазик просто офигенный, ребят. Советую вам на нем прокатиться, он просто классный. Можно там вы его просто купите, может быть, просто покатаетесь, но я вам скажу, он классный. Очень. Так. Ребята, ехать нам осталось совсем немножечко. Так вот, мы почти до Лаптар доехали. Так, где-то у меня тут водичка завалялась. О, да. А тут что-то в горле пересохло. Буль-буль-буль-буль-буль. Газированная, кайф. Так, все, ложим. Нормально. О, пирожочек проехал. Так. Во, мы сейчас, кстати, 70 километров в час едем. Это довольно много-много. Но он сейчас наберет, и мне кажется, мы сейчас почти сотку дадим. Хотя уже поздно. Так. Во, шестерочка там едет. Нормально.
Так, ребят, я не знаю, следующее видео будет либо по Motor Depot, либо по Modout. Кстати, я хочу новую игру начать скачать. Ну, ой, начать играть. Хотя и скачать тоже. Я вам не скажу, какая это игра, но, может быть, когда-нибудь там через недельку я буду снимать уже 3 игры целых. Modout, Motor Depot и одну. А какую, я не знаю, ребят. Посоветуйте мне в комментарии. В комментариях. Так. Ну, а мы уже почти, в принципе, подъезжаем. Так, осталось нам ехать. Сейчас посмотрю, сколько. 15 километров всего, да. Где-то 15-20 километров нам осталось ехать по этой трассе замечательной. Так, когда, значит, я буду возле города, то я включу запись. Итак, ребята, все, осталось 5 километров. И вот, кстати, уже поворот в город. И там до этого места еще где-то километров 5. Так, все, ребята, вот мы так резко поворачиваем. Во, ребят, мы почти въехали. Так, вот такой вот хороший у нас городочек. Вы помните то видео, где я был на Запорожце? Я еще здесь, по-моему, когда-то тоже был. Ну, где-то раз 3-4 я тут точно был. Так, все, ребята, сейчас мы посмотрим. Это улица школа Новостройская. Капец, какая-то большая улица, даже не могу выговорить. Школа Новостройская 7. Да-да-да-да-да. Школа номер 9. Отлично. Сейчас мы пригоним вам, детишки, новый автобус. Так, да-да-да-да, вот надо сюда поворачивать, пока никто не видит без поворотничка. Так. О, кстати, ребят, неплохие тут дома, ребят. И что? О, так. Вот это школа. Тут рядом есть магазинчик. Ну, там есть двор, но я же туда не буду заезжать. Там что-то мусорчики зачем-то ездят. Так, а то я им помешаю. Так, сейчас я позвоню начальнику, скажу, что я приехал. И пусть он скажет, чтобы автобус забирали. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, вам понравилось это видео, что вы уже не умерли от скуки. Всем пока.